18 новеньких автомобилей «Лада Нива Тревел» для нужд Министерства здравоохранения Амурской области были переданы в самом начале нового года на базе дилерского центра «Амурлада». Машины будут распределены по районным больницам, которые остро нуждаются в обновлении автопарка. Акционерным обществом был выигран государственный контракт на поставку автомобилей в рамках реализации национального проекта. Это продолжение сотрудничества, в рамках которого в прошлом году «Амурлада» передала Министерству 54 автомобиля. «Лада Нива Тревел». Для нас, в первую очередь, как для представителей бизнеса, крупный, успешно выполненный государственный контракт – это в любом случае хорошо, но вместе с тем мы понимаем и социальную сторону этого контракта. Очень отрадно понимать, что мы вносим, пусть и небольшой, но вклад в помощь медикам, которые работают зачастую в отдаленных северных регионах нашей области. Вот. Ну, в такие моменты понимаешь, что работаешь не зря. Выбор компании для поставки правительству Амурской области качественных отечественных автомобилей не случайен. В этом году акционерное общество «Амурлада» отпразднует 50-летний юбилей. За долгие годы становления и развития предприятие сохранило лучшие традиции, коллектив и значительно укрепило позиции на рынке, предлагая всю широкую линейку машин марки «Лада», а также сервисное обслуживание на высочайшем уровне. Конечно, наше самое главное достижение. Это наша клиентская база, наши благодарные клиенты, которых мы наблюдаем у нас периодически. Люди возвращаются к нам, так как мы продаем не только продаем автомобили, но и оказываем послепродажное сервисное обслуживание как в гарантийный период, так и в постгарантийный. Акционерное общество «Амурлада» идет в ногу со временем, развиваясь и следуя духу времени. В сервисном центре отлажена работа по обслуживанию не только отечественных автомобилей, но и других брендов. В 2024 году мы планируем укрепить свои позиции на рынке, существенно расширить свой ассортимент, чтобы все жители Амурской области, а также организации пользовались качественными автомобилями марки «Лада», а также нашими услугами. В октябре 2023 года продажи автомобилей «Лада» в России достигли невероятного рекорда, превосходящего результаты последних 10 лет. «Лада Гранта», «Веста» и модели «Нива» продемонстрировали высокий спрос и установили новые рекорды продаж. Дизайн, качество и доступность – гарантия успеха «Лада» в России. Начало нового года – отличный повод приобрести новое качественное авто. Добро пожаловать в дилерский центр «Амурлада» на Воронкова, 8.